Тут все напоминает типичный советский комиссионный магазин. Впрочем, отличия есть. Людям, которые сдают сюда вещи, ничего не платят. А деньги от проданного собирают для Богодуховского детского дома. Все, что вообще можно попробовать продать, мы стараемся продавать. Перевести ненужные вещи в нужные, очень нужные деньги для кого-то. Собственница магазина тратит на него минимум. На аренду ей сделали скидку, работают тут исключительно волонтеры, мебелью помогли знакомые. Девушка нам отдала вещи, прямо вот собранные в чемодан, и сказала, что он тоже может уйти в продажу. Вот он стал у нас прекрасным торговым оборудованием для игрушек. Магазин работает меньше месяца, но уже есть постоянные клиенты. В среднем 10 человек в день сдают сюда вещи. Юлия принесла одежду сына, из которой он вырос. У меня большой запас вещей, которые находятся в хорошем состоянии, но я буду рада, если они еще кому-то послужат. Кроме одежды, в магазине можно приобрести обувь, украшения, книги. Цены минимальные, любой товар стоит не больше 100 гривен. Можно даже торговаться. Мы спрашиваем, если человеку это подходит уже, мы спрашиваем, сколько он готов дать за эту вещь. И обычно мы сходимся. Первые итоги благотворительного бизнеса харьковчанка собирается подвести в начале февраля. Отчет обещает обнародовать в социальных сетях. Ирина Ромалийская, Григорий Пырлик, Игорь Лукашов. События.